Джон Хаббарс, доктор исторических наук, американец английского происхождения, заплатит $1 000 000 тому, кто назовет и покажет столицу Армении с 12 по 20 век, за 800 лет. А также назовет и покажет место захоронения хотя бы одного древнего армянского царя с 12 по 20 век. $1 000 000 платит он, и 100 манат добавлю я. Ждем, мои золотые. А если не сможете, значит признайте, что последние 800 лет у вас никакой государственности не было. А все это то, что вы придумали там когда-то, это рассказывайте своим детям и внукам. Удачи!